Три года, четыре месяца тюрьмы требует обвинение для мяча, сбившего на пешеходном переходе мать с тремя детьми. Напомню, трагедия произошла в октябре прошлого года. Бывший военный Аладдин Горчуев ехал по улице Светловской, потянулся за пачкой сигарет и не увидел на проезжей части пешеходов. 33-летнюю женщину, 6-летнюю девочку, 3-летнего и годовалого мальчиков. Девочка погибла на месте, ее мать и братья получили серьезные травмы. Водитель с места происшествия скрылся, а явку с повинной оформил лишь когда его объявили в розыск. Горчуева взяли под стражу. За все это время он выплатил пострадавшим лишь 30 тысяч рублей ущерба. Выступая в прениях, он заявил, что единственный его источник дохода – это пенсия, поэтому он не может выплатить всю заявленную потерпевшими сумму, а это около 25 миллионов рублей. Подсудимый вину полностью признает и смягчение приговора просить не намерен. С учетом того, что Горчуевым написана явка с повинной, то размер санкции у него определяется до 3 лет и 4 месяцев лишения свободы. Ну и, соответственно, данную меру наказания сторона вини не будет предлагать в качестве основной, в качестве дополнительной. Это лишение права управления транспортным средством до 3 лет. Ну и, соответственно, в полном объеме поддерживаем исковые требования, заявленные стороной потерпевшими.